Ну так не может быть. Так город, который дует сюда Крымском, для всех превращается в какую-то бандитскую группировку. Разве так может быть? Скажите, ребята. Ну вы же все взрослые, здесь высшее образование. Так видите, это законные действия. А законные действия мэра и мэрии. Разве так может быть? Я не могу понять, честно. Я в шоке от сегодняшних событий. Там были женщины, все, вы видите все видео. По-моему, если можно, мы скинем вам это видео. Вот у меня есть сейчас фотографии, пистолеты брошу. Шумовых гранат, которые валялись в порте до рельсы. Парень, который их курировал, Черношковый, Черкашин, есть на видео. Наш человек, который с нами пришел, отбивает его рукой, целит со мной пистолетом, а я подойди и провоцирую. Как это так? Что значит найди и провоцирую? На что провоцирует? Просите его успокоиться и стрелять людей? Я думаю, що це питання може вирішитись виключно в правовій площині і особи є правоохоронні органи, які все зафіксують і відреагують. Дякую за відповідь. Сьогодні ви збираєте щось неправильно робити перед правоохоронцями. Ви збираєте, може, ви розповідаєте, чи не справді, може, давайте емоції не